встречаем осень и встречаем Новый год. Новый год, учебный год, новый учебный юбилейный год для нашей академии, потому что нашей академии 90 лет. 90 лет! Это круто! Сегодня будет что-то очень-очень интересное, очень-очень завораживающее. Я думаю, что студенты, особенно первокурсники, запомнят это надолго. Город Витебск.бай, Витебское интернет-телевидение учредило специально для нашего праздника конкурс на самое краткое поздравление ветеринарной академии с юбилеем. Посмотрим, как поздравят наши студенты. Умеют ли они говорить краткость? Потому что краткость – сестра таланта. Ну, давай с тебя начнем. Поздравляю. 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 Государственную академию с праздником. Поздравляю всех своих знакомых, которые здесь обучаются. Желаем успехов в учебе. Все будет хорошо. Желаю всего самого наилучшего, чтобы она всегда так процветала и радовалась жизни. Желаю, чтобы выходили красивые, хорошие, талантливые специалисты. И чтобы нам же точно так же было за наших братьев меньших спокойно и свободно, как за своей жизнью. Желаю им также оставаться одним из самых лучших вузов страны, выпускать достойных выпускников. И, конечно же, всем преподавателям терпения, терпения, еще раз терпения. Ну, поздравляю Академию с праздником, всего самого наилучшего, бодрячком держитесь. Поздравляю! Поздравляю! Всем академия. Удачи, счастья, здоровья, благополучия и надежды. Надежда всегда теплится в душе, и мы верим, что все сбудется в будущем. С новыми идеями, с новыми планами, новое будущее.